народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Hellplay, и сегодня мы с вами продолжаем серию игр под названием Life After Us. На этот раз она называется Nevermore, это четвертая из ныне существующих. Вот, и будем сегодня ссаться, короче. Бояться. Стоит заметить, что это довольно интересная серия инди-игр, они коротенькие и умеют напугать. Хотя вот третья была так себе, да, по-моему, третья. Вот первые две были нормальные, первая вообще была что-то мне стрёмно дико, вторая тоже стрёмненькая, а вот третья что-то так себе. Но в любом случае, поиграем четвертую, нам же интересно, да, давайте на счет три. Раз, два, три. А так, заждарали. Надо выдохнуть, как будто я водку хлебнул. На самом деле нет, это чай, а каркаде называется. Кстати говоря, очень вкусный, советую. Ну, а мы поедем, давайте, давайте посмотрим, что нас ждет в Nevermore. Стук в дверь. А? Короче, кто здесь? А, так, ясно. Все опять у нас начинается в каких-то комнатках. Newspaper. Так, я. He's turned a pretty new paper article here. I don't remember this behavior. Короче, я не помню, что у нас здесь была. Когда-то, ну-ка, Spikes, local family die. Значит, трагедия, трагическая хуйня случилась в одной из семей, не могут понять, вроде как суицид или убийство, я не успел прочитать. Ребят, читайте, я думаю, вы успеете, вы же нажмете, можете на паузу прочитать. А мы идем дальше. Короче, мне это про... Ага, нужен ключ, понятно. Так, нужен ключ. Да блять, кто-то ноет за дверью, это не очень хорошо, ныть вообще плохо. I must have been young, who can name it, were murdered. Короче, они убили, были убиты дяди, короче, мать и ее маленькая дочь, по-моему, или что-то, короче, убиты дяди, и, короче, the door is locked, I need to find... Короче, нужны ключи, короче говоря, убили здесь мать с ребенком, вот, дядя вроде бы как. А, нет, husband, это кто? Uncle. Это дядя, хазбент, я забыл кто-то, по-моему, не знаю, в общем, не суть. Так, мне нужен ключ, а где ключ? А, во как. Окей. Так, дайте мне протиснуться-то. О, ключик, ключик, отлично. Мебель тут все. Так, погодите, а мы не можем здесь ничего задействовать? Картина, окей, идемте. Ключик, ключик от этой двери? Нет. Так, отсюда мы пришли, да? Да. Хорошо, идемте. Та дверь сама открылась, значит, слева где-то, да? Вот эта дверь, которая слева, видимо. Ну-ка. Да, ух ты, какой дом. То есть мы ходим по дому, где убили семью. Ну что ж, довольно весело. Стоит признать. Блядь. Это типа вот она. Она мертвая, блядь. The front door is locked. I need to find the key to get out. Короче, мне нужен ключ, чтобы съебаться отсюда. Мисс? Что? Что? Что, я тебя двигать могу? Ладно, постой здесь. Надеюсь, ты ничего не будешь делать странного. Так, не открывается. I need something. Короче, мне нужно найти что-то, чтобы эти доски, короче, убрать. Может быть, тобой? Встань вот сюда. Вот. Ты будешь не проваливайся только под текстуры. Ты будешь моей этой... Как это называется? Украшением, аксессуаром. В доме. Будешь украшать. Так, пойдемте вверх опять. Очень странно. Тут что-нибудь открылось? Как-то темно стало, или было так темно. В ванной ничего нет, в сортире, может быть, ключик нет. Видимо, ничего. О боже, блядь, какой зомби был, неприятный. Так, ну тут мы нашли ключ тогда. Нет, тоже. Так. А книга, книга, книгу мы не можем использовать. Что делать? Может быть, надо зомби что-то сделать? Может, только зомби может открыть нам дверь? Надо, типа, ее подвинуть к двери. Так, смотрите, тут наверху еще что-то. Какой интересный потолок, стоит заметить. Или надо в той комнате что-то найти. Я что-то упустил. Наверняка.
Нет. Так. А, я зашел в холодильник. Понятно, здесь нет продуктов. Это по... И зашел в плиту. И она, видимо, не горячая. Ясно. Так, а что можно найти-то? Что-то с тобой поговорить, может быть? Нет? Что? Что бы с тобой сделать такое? Я не знаю. Может быть, что-то неправильно сработало в этой игре? Ну, знаете, типа... Типа зомби что-то... Она типа просто стоит и... И типа ничего не происходит. И это как-то странно, черт подери. Так, ладно, ладно. Будем надеяться, что все в порядке. Давайте, давайте просто попробуем поискать. Получше поискать. Может быть, стулом пробить, не знаю. Ничего, ничего не можем найти, и это не открывается, да. Нет, ну тут точно ничего нет. Пойдемте наверх. Что такое? Пойдемте наверх, да. На подоконниках тоже ничего нет. Извините. Ну, это, ну, вот эту фишку мы уже читали. Ничего, черт подери. Может, в ванной помыться надо, нет? А, вот, смотрите, вот. Ага. Понятно, да. Так, ясно. Вот, мы продолжили историю. Да, там сказали, что типа мальчик 5 лет, короче говоря, был вот в ванне, поднялся в ванную. По лестнице вверх. Так. Нам ждать, когда ты откроешь дверь, нет? Открой! Что там делаешь? Дрочишь, небось, в ванной? Ладно, сиди, мойся. Так, а то и нужен ключ. Давай теперь вниз пойдем. Теперь мы запустили историю дальше. Сейчас наверняка какая-то дверка откроется. Наверное, вот это. Стоишь, что тут? Молодец. Так, нет. Нет. Нет! Ты что, еще какой-то листок тут не нашел? А, вот, нет, это не он, блин. И вот тут-то ничего нет вроде бы. Ну да. Я так сказал, как будто дверь открыли. А, блин, черт подери, они такие, типа... А может, от той двери был ключ? Ладно, проверим верхнюю. Какие-то они так ключ так кладут, короче, не видно ни хрена. Вот это сто пудов, наверное, от этой двери. Да, я так понимаю, да, чтобы уже выйти, там написано Get Out, типа. Так. Что у нас тут? В принципе, ничего. О, хаммер! А, это чтобы расхреначить ту. Понятно. Идемте. Идемте, расхреначим ту штуку. Теперь мы сможем пройти. Да и самооборона будет теперь наконец-то. Молоток-то тебе не руки. Ну, известная такая притча, знаете, молоток не руки. Руками гвоздь не забить. Ну, только если ты не какой-то там супер-пупер, какой-то крутой чувак. Вот так вот, видишь, как мы быстро удаляем. Не ссы, твой дом будет в порядке, я все потом починю. Так, тут... Тут ничего, буду сейчас столы проверять все. Подоконник, ни хрена. Тут ни хрена... А, вот! Так, давай, давай, look. Self-abasement. A suicide note is found. Короче говоря, он... Never move right on over. Короче говоря, он оставил, короче, записку, я так понимаю. Вот этот чувак, который убил всех. И пошел в подвал, чтобы, короче, сделать самоубийство. Вроде как. Да, вот оно. О боже. Так, ключ, да? Что это? Мы взяли его, кстати, я просто нажал и не знаю, взял ли я его. А! Вы слышите? Он как живой, то есть вот эта херня. Ну, блин, мухи свидетельствуют о том, что он не живой, либо обосрался. Так, идемте, идемте сюда, окей. И я так понимаю, это единственная дверь, которую мы не открыли. Да. Нет! Уходим! Ну, блин. Ну, я разочарован. Блин.
Слились, да, под четвертую часть, друзья? Ставьте лайк, если согласны, что четвертая часть из всех четырех, которые Короче, ставьте лайк, если тоже считаете, что четвертая часть самая хуевая была из всех частей Life After Us. Что-то я даже разочарован, если честно, я надеялся, ну, на какие-то, ну, как-то, ну, как-то так себе. Ну, не знаю, тут даже, ну, как бы, если они хотели напугать атмосферой, то заглючивший зомби ее немного, как бы, подпортил. Да и для того, чтобы была атмосфера, нужно какие-то звуки почаще, так, ну, пореже, то есть, ну, вот, такие резкие звуки должны быть. И какое-то музыкальное сопровождение, меняться, перетекать. Но тут что-то как-то, ну, хило прям совсем по сравнению с другими, прям очень плохо. Прям на отъебись, я бы сказал, сделали. Но претензий никаких быть не может, это все-таки инди-разработчики, они за свою игру, насколько я знаю, никаких денег не требуют, поэтому, ну, как бы... Но, блин, первые были, мне понравились, я не знаю, вот четвертая прям совсем плохая. Ладно, надеюсь, вы провели со мной... Я не хочу говорить, надеюсь, вам понравилось, потому что игра, ну, как-то так себе, да. Надеюсь, я вам понравился. В этом, да-да-да, ставьте лайк, вот, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки, вступайте в группу ВКонтакте, и вообще, типа, пацаны, ребята там, у нас там, в группу в Стиме вступайте, блядь, ну, типа, вообще все окей, ссылочки в описании под видео, и, кстати говоря, часто спрашиваю, что там за мелодии играет в выпуске, и вообще всякую такую ерунду, друзья, все в описании под видео, прочитайте его до конца, там все есть, по крайней мере, большинство того, что вам нужно, наверное, вот, ладно, с вами был Сергей Хлье, счастья вам, удачи и здоровья, не хворайте, пусть не хворают ваши близкие, передавайте привет маме, папе от меня, братику, сестренке, в общем, друзьям, скажите, Серега тебе привет передавал. Вот так. Они скажут, какой Серега? Вы скажете, Серега Халье. Они такие, что это за имбецил такой? У него ник дебильный. А вы такие... И вы такие сразу такие, блядь. Как-то так это будет. Вот, ладно. Всем пока.